Всем привет, дорогие друзья, с вами Дреди, добро пожаловать в игрушку Джек Смит. Ну что ж, продолжаем. У нас какая-то новая утка, новый враг наш. День 20, ребята, день 20. Надеюсь, ты подпишешься на мой канал. И, кстати, ссылку на свой новый канал я ставлю под видео под описанием. Переходи, и, в общем, там крутые видео. Я думаю, ты уже знаешь, но если не знаешь, если ты первый раз, то обязательно приди и оцени. Вот, переходи и смотри. А еще ниже будет ссылка на эту игру. Так, ладно, давайте начнем. Это симулятор кузнеца, ребята, и мы куем оружие. Первый мой заказ. Подождите, а я ничего не могу сделать? Вот именно вот тут. Да. Меч. Мы можем сделать крутой меч. Тут навряд ли у нас что-то получится. Ну вот меч мы сможем сделать. Причем меч какой? Меч у нас золотой. 14-43-43. 14-43-43. То есть золото мы не будем делать. Золото оставим. Давайте кристаллически сделаем. Что уж там. Экономить. О, отлично, как раз меч. Кстати, а какой формы меч? Я что-то забыл посмотреть. Обычно, да, первой формы. Хорошо. Берем меч. Обычная форма. Голда. Так, что у нас там по градусам? 14-43-43. 14-43-43. Все, я запомнил. Давайте сначала вот так кристаллически сольем. Быстро. Сначала сделаем два оружия. Так, сливаем. Это сначала мы делаем заготовки. Отлично. А, подожди, как назад выйти? Фух. Успели. А, сделаем сначала золотой. 14-43-43. Все, я запомнил. Сейчас мы сделаем все профессионально. Так, сливаем. Отлично. Good. Ну, good, красным это значит хорошо, да? Я думал, хорошо зеленым, красным плохо. Нет, оказывается. И так хорошо. Отлично. Четырнадцать. Где 14? Вот 14. По центру вот так. 14. 43. 43. Все, отлично, сделали. Идеально. Плюс 6 нам здоровья дали. Молодец, иди в бой. Почти на 100%, смотрите, 1% не хватило. Круто. Так, ладно, давайте пока что тебе сделаем. А потом, ребятки, остальные, может. Так. С топором мне вечно беда. Отлично. Кристаллически нам надо постараться. По мне так очень хорошо сделали. Ну тут 65%. Почему 65? Что я такого плохого делаю? Что я делаю не так? Опять, сейчас потренируемся. Давайте вот на простом. Так, кто там у нас еще? Ты, да? Окей, сейчас мы тебе сделаем блок. Быстренько. Железа у меня много, давайте железо сделаем, почему бы нет? Что это мы экономим? Так, а что тебе надо пику? Хорошо, делаем пику. Пику пускай у нас... Так сделаем. Так, а тебе что, надо тоже пику? Хорошо, пику. Давайте железную пику. Так, кого будем первым? Первый, наверное, тебя. Ты уже скоро почти доделался. Так, отлично, сливаем. Мы должны заготовки понаделать. Отлично. Так, назад. Какой следующий? Следующий ты у нас. Ух ты, блин, надо поторопиться. Так, сливаем тебя. Быстро. Идем назад.
И сюда. Фух. Успели. И вот уже тут почти готово. Как это опасно за всем следить. Зато сколько времени кучу сэкономить. Тут. А самое главное, ребятки, первостепенно все-таки ты делаешь оружие, а на втором месте ты уже воюешь. Так, ладно, я не понимаю, как тебе надо сделать. Как тебя поставить, чтобы было правильно? Поглубже углубиться, что ли? Или прям вот так, чтобы ровно-ровно-ровно было. Ну-ка, давайте попробуем вот так сделать, действительно. А так не хочет делаться, смотрите. Смотрите, вот это сделал. Ну вот. Может, сейчас нормально будет? На 100%. Я на это надеюсь. Так. О, 100%! Неужели? Я понял, как делать. Я слишком глубоко насаживал. Так, так сделаем. Чуть-чуть пониже. Это повыше. Идеально. Давайте здоровье себе делаем побольше. Отлично, иди в путь. Дорога, удачи тебе. Так, пика. Так. Ну все. Правда, простая у нас. Простые черенки. Никогда у меня не получается ровно ее сделать. Окей. Кстати, более-менее ровно получилось. Там на 100%, по-моему. Неплохо, молодец. Так. Вот. Что-то как-то криво. Я просто сбоку смотрю, кажется, прямо. На прямо смотреть. Вот так. Вот так. На уровне, да, когда смотришь на уровне, все получается. Вот так. Ах, ты немножко скривил. Так. Так, и вот так. Отлично. Так, все ровно. Тридцать один бонус. Шесть, семь, восемь, девять. Девять монстров будет. А, я же могу защищаться. Помогать. Отлично. Первый легко прошли. Так, второй. Мы наших. Нифига себе, сколько ресурсов-то. Сколько ресурсов летят? Очень много. Сейчас подлечимся. Так, немножко подлечились. Нормально. Надо еще подлечиться. Они все больше и больше становятся, ребята. Я не знаю, мы справимся, нет вообще с ними. Нужно подлечиться опять. И ресурсов больше дают. Давай, бейте этого лучника. Половина процентов осталось здоровья. Сейчас немножко подлечимся. Так, давай. Отлично, одолели. Так. Подлечимся. Ребятки, я вас верю. Это предпоследний, да? На последний, наверное, еще разок можно будет подлечиться. Давай, потерпись. Кажется, одному скоро уже хана, ему нехорошо. Ему сейчас нехорошо.
Вот он, гусь. Пейте гуся. Давайте, ребят, я вас верю. Отлично получилось. Так, собираем ништяки. Дошли до конца. Так, что, мне новый левел? Смотрим. Нет, нового левела нету. Это какие ништяки мы выиграли? Окей. Едем дальше. Ах ты, не дошли, смотрите. Он опять пробежал и говорит, там монстры, надо их победить. Ну, сейчас попробуем. Я уже готов. За работу, ребят, за работу. Так, что у нас новое? Булава новая. А, из Иран, из Ирана. Попробуем. Мы сейчас Иран не будем трогать. Так. Вот он, Иран, мы не трогаем. Давайте из... У нас много железа, почему бы нет? Давайте более хороший металл используем. Кто-то пришел, а, лучник пришел. Хорошо, мы тебе сделаем лук. Это просто лук. Давайте за золото сделаем, чтобы у тебя больше здоровья было. Отлично. Так, я пока что заготовку эту солью, пока никого нету. Так, сливаем. Мне нужен чувак с булавой. Срочно, срочно, срочно. Сливаем. В смысле, еще один лучник, что ли? Щитоносец. Давно не было щитоносцев. Так, хорошо, сделаем лук. Давайте из тебя хотя бы. Так, у нас уже заготовки есть. Пикинерщик. Мне нужна булава. Так, ладно, я пока что сделал хотя бы лук. Что мне надо? Опять лучник, да достал. 14, 7 и 3. 14 в 2 раза меньше 7, в 2 раза меньше 3. Вот так. Нам нельзя это трогать. Так. Я так понимаю, вот эту седьмую нельзя трогать, иначе у нас нифига не получится. Это мы оставим. Что-то как-то кривит. Так. Семерку мы не трогаем. 14, 7 и 3. Вот это тоже нельзя, наверное, трогать. Я что ли? Отлично. Все, радуйся, иди. Булаву дадут мне, нет сегодня? Молодец. Булаву нету. Если посмотреть визуально, давайте посмотрим. Она красная, да, будет. А в конце кольцо. Красную нам не трогать, и палку красную нельзя трогать. Это будет 14-я. 14-я палка, 3-я ручка, а 7-я ручка и наконечник 3-й. Окей, ребят, ну, будем делать, что ж. Так, тут надо правильно все сделать. Ну, как-то так она, да? Может, другой стороной, я не знаю. Нет, с другой не получается.
Окей, давайте так попробуем. Да, еще верхушку. Четырнадцатую не трогаем. Семерку не трогаем. Наконечник с кольцом нельзя тоже трогать. Там что ж, держи. Неплохая булава получилась. О, 100%, почти на 100%. Прикольно. Научились наконец-таки делать. Так, лук. Немножко кривит наш лук. Совсем идеально не получится, ну вот так. Так. А, ну ты нам, в принципе, не нужна. Давайте тебя используем. Вот. Удача, да? Давайте удачу возьмем. Отлично. О, 100%! Отличненько. Сам не ожидал. Так, что он нам? Щит по заказу. Окей. Давайте кристаллический щит, я думаю, будет прикольно. И два копья, да? Давайте железное, пускай будет копье. Надо подэкономить ресурсы. Кристаллическое нам тоже еще пригодится. Давай, давай, качай, качай, качай. Нам еще надо будет копье сливать. Бой вообще, бой короткий очень. Тут самое главное сделать правильно оружие. Сделал с оружием, будет хороший бой. Сделаешь оружие плохо, будет плохой бой. И ты проиграешь. Так, сливаем. Отлично. Качаем. Сливаем. Так, ну давайте сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как-то так. 14-го нельзя трогать, как вы знаете. Не будем ничего, потому что булава нам еще пригодится. Так. 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 Можно что-нибудь использовать. Давайте тебя. Отлично. По-моему, 100%. Да, ребят, 100%. Ну, в конце 93 или 99, не знаю. Там плохо видно было. Окей. Тут у меня много краски. Давайте вот такую краску. Так. Подожди, ну какого черта? Что же фигня у меня получилась? Чем быстрее красишь, я знаю, тем хуже. Я же вроде медленно красил. Ну, блин. Я думал, я уже научился. Зря кристаллический потратил. Так. Так. Интересно, когда мы уже эту игру пройдем? Так. Так. Ну, давайте вот эту поставим. Отлично. Двадцать восемь бонуса. И наконец-таки враги пошли. Ох ты, зря. Я зря использовал. Так, давайте наших лучше подлечим. О, смотрите, подлечились прикольно, прям полностью. Собираем ресурсы. Отлично. Самое главное, чтобы она нас не атаковала. Так, подлечились. Немножечко идем дальше.
Так, гусь. Нормально. Половина процентов осталось у некоторых. Это нелегко сейчас будет. Я думаю, мы успеем подлечиться еще. Лечись. Так, отлично, немножко подлечились. А, все выжили, ребят, все выжили, отлично. Откроем. Так, дополнительные ништяки. Так, ну, в принципе, на этом можно серию закончить. Неплохо поиграли. Новый левел или что это такое? Нов... Что-то новое у нас, в общем. В общем, ссылку на игру я оставлю под описанием. И ссылку на новый канал я оставлю под описанием. Так что обязательно перейди, посмотри, оцени. И вот, я буду стараться. Всем привет, до скорого, пока-пока. Увидимся в следующей серии.